Ну пока счет никто не говорит. Я надеюсь, не ставит. Ну, реально повторчик нормально посмотреть. Ну да, согласен. Какая разница? Повтор это или прямая? А коноплянка будет возить. Колени свои. Резинка черная, она же сразу мячик мажет. Андрюшка! Давай!
Друзья, в этом поединке Минин Таромской смог бы Таромской удивить. И, конечно, фаворит. Ну, Таромская тоже, ребята, с характером. Он и просил взять крупным планом.
Нет, я не вижу. Собери, пожалуйста.
Да, вот это моя сумка. Пустая, да, тут еще камера. Да. А ты достал? А, может, я туда вообще стою. Ну да, наверное. Да. Реклама. Плюс. Плюс. Да, я туда уже. Oh,
Зарачками, включаемся, ребята!
Взял безумно нравится этот поединок. Ну, Карамская такое чувство, что не на они более, как их играет, просто блин, заряженный безумно этот поединок. 1-0 они выиграют. Если им удастся сохранить преимущество, это будет сенсация, конечно. Безконечно играть еще целый тайм. Но как бы не завершился этот поединок. Матч очень классный. Очень классный, здоровский матч. И он смотрится просто огонь. Поэтому приятного просмотра. Заварки чаёвки, наслаждайтесь отличным поединком. И браво Тарамской, конечно, они в первом тайме сбились, как и мы. И, в принципе, заслуженный Бойко Николай Смешивас именно он забил на данный момент мяч, который выводит вперед тарамчан. Там направляет мою надежду во втором матче. А параллельно Тарамская, Новокадаски, там тоже шоу. И там 2-2. А, да, извиняюсь, Сухачевка, конечно, Сухачевка играет с Новокадаским. 2-2, там шоу просто, там такие голы были. Особенно вторые забитые, однозначно должны попасть в топ. Давай, 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 давай
Борьба. Борьба жесткая. Thank you.
человек! Еще один все! Внимание, смотрим! Внимательно, да! Внимание, смотрим! Смотрим, нападаем! Давай! Спасибо!
Давай!
Она нормальная.